социальное проектирование – это как бы топ-запрос, потому что сейчас каждая уважающая себя организация некоммерческая пишет социальные проекты, участвует в конкурсах. То есть информация, которую мы будем передавать, полученную здесь, она очень поможет участникам. И на самом деле очень большой запрос. Мне очень понравилась методологическая работа ваших экспертов. Очень бы хотелось принять участие в последующих тренингах именно по прокачке навыков тренера. То есть я увидела какие-то новые инструменты, которыми еще не владела. И мне бы очень хотелось повысить уровень своих знаний в сфере тренерской работы некоммерческого сектора.